первом матче одного из лидеров российской мини-футбольной суперлиги клуба «Синара» из Екатеринбурга, его игроки в белой форме, и петербургского «Политеха», идущего на 11-м месте в турнирной таблице, события развивались стремительно. Не успел секундомер отсчитать и 30 секунд с начала игры, как Сергей Абрамов открыл счет в матче, удачно сыграв на добивание. Чтобы отыграться, «Политеху» потребовалось примерно столько же времени, и вот уже Иван Сигнев праздновал успех 1-1. «Синара» доминировала на площадке, но и оборона «Политеха» по традиции выстреливала контратаками, в которых петербуржцы добились практически 100% результата. Сначала мощный Вадим Дяк буквально продавил своего оппонента и забил мяч в сетку. А двумя минутами позже контратака уже трех петербуржцев против одного екатеринбуржца закончилась голом Андрея Кузнецова. У нас было много моментов, не знаю, почему такая реализация была плохая сегодня. «Политех» сегодня настраивался на нас боевой, ну, с хорошей самоотдачи, и они забили моменты свои. После третьего гола в ворота своей команды главный тренер «Синары» взял тайм-аут. Его игроки завладели инициативой целиком и полностью. И на 15-й минуте тайма Алексей Волков сократил разрыв в счете. «Политех» как будто совсем не боялся авторитетного соперника, и тот же Вадим Дяк сначала сделал счет 4-2, а затем мог отличиться и из 10-метрового штрафного, но голкипер спас свою команду. На последней минуте тайма забил уже Денис Аширов из «Синары», и на перерыв команды уходили со счетом 4-3. Как ни призывал своих игроков главный тренер «Политеха» Евгений Куваев не прижиматься к воротам, «Синара» владела инициативой полноправно, и раз за разом голкипер петербуржцев Александр Дедов спасал свои ворота. И все же класс екатеринбуржцев позволил им не только сравнять счет после удара того же Дениса Аширова, но и выйти вперед после гола Николая Шистерова. Пришло время уже «Политеху» брать тайм-аут и переходить на игру с 5 полевыми игроками. И за 10 секунд до окончания игрового времени матча удар Радмира Шарипова достиг цели. Ничья 5-5. Команда мастеровитая, как бы у них с контролем мяча все в порядке. И тяжело играть с ними в прессинг. У них очень хороший контроль, очень хорошее построение. И в этом плане очень тяжело. Поэтому мы немножко отошли к воротам, дабы, ну, они нас, грубо говоря, не разорвали. Сейчас, по крайней мере, сил не осталось, но тогда, я думаю, сделаю все возможное, чтобы завтра силы появились. А где их искать, я даже не знаю, но где-то будем искать. Силы, видимо, все-таки нашлись, по крайней мере, в начале матча. И уже на 2-й минуте «Политех» павел в счете после удара Ильи Федорова. Впрочем, «Синара» достаточно быстро не только счет сравняла, но и вышла вперед. Владислав Шаяхметов дальним ударом поразил ворота Дедова. Через 2 минуты практически аналогичным ударом достиг цели Николай Шистеров. «Политех» заменил вратаря, но и вошедший в игру Кондратьев недолго оставался сухим. Третий мяч «Синары» забил Никита Фухруддинов, замкнувший передачу на дальней штанге. И все-таки петербуржцы интригу сохранили. Андрей Кузнецов хитро отправил мяч между ног голкипера, сделав счет 2-3. А в самой концовке тайма в контратаке Кузнецов и Шарипов так и не смогли нанести удар по воротам, испортив стопроцентный момент. В основном все получалось. Хотя напряженные моменты все равно были. Ну и сегодня, наверное, многое предрешило индивидуальное мастерство Владислава Шахметова, который сделал хитрик. 2 гола со стандарта, конечно, очень высокого класса голы. С таких дистанций попадать только может человек, наверное, который обладает очень высоким индивидуальным мастерством. Второй тайм проходил в достаточно тягучей борьбе, и лишь на 15-й его минуте «Синара» реализовала свое преимущество. Тот же Шаяхметов дальним ударом с лета после розыгрыша углового сделал счет 4-2. Петербуржцы, естественно, пошли ва-банк, заменив вратаря на 5-го полевого игрока, и попытались хотя бы сократить разрыв в счете. Но ошибка молодого Антона Белоусова позволила Владиславу Шаяхметову оформить в этом матче хитрик и сделать счет 5-2. Мы достаточно создали, наверное, сегодня, хотя и «Синара» тоже могла еще забивать, это однозначно, то есть очень здорово, очень остро убегали, очень быстро распоряжались. Мы свои моменты в контратаках все равно имели, выходили из прессинга пару раз хорошо, имели тоже, но немножко сегодня почему-то усложняли концовки. Там, где нужно было решать уже, мы начинали что-то выдумывать, еще находить какие-то непонятные продолжения и загубили, я считаю, моменты 3-4 вообще стопроцентных. Антон Белоусов, кстати, в концовке встречи дальним ударом сумел поразить ворота «Синары», забив свой первый мяч в чемпионате и установив окончательный счет в этой игре. 5-3. Победа екатеринбуржцев. Никита Гулин, Денис Смирнов, Алексей Чупка. Специально для Ассоциации мини-футбола России.